Меня зовут Мальцева Ольга, я из Владивостока. С Соком я познакомилась в сентябре 2008 года. Бизнесом я стала заниматься позже. Позже, да. В общем, я занимаюсь бизнесом, женщину компания. Вот. Сок я пью, очень люблю. Рекомендую. Почему? Пью, потому что сразу убедилась в его полезности. Вот, что он дал. Да. Я сама вообще вегетарианка, уже давно убежденная, и очень давно стараюсь разбираться в еде, чем я питаюсь, как я живу, я уже давно об этом задумалась. Вот, и поэтому, когда тут пришел в мою жизнь, это стало вообще вполне естественно, да, такое впечатление, что я всегда его ждала. Это стало удобно, это приятно, вот, и это всегда, как бы интересно, это легко завязать контакт, не всегда это ему что предложить, всегда, это дает мне такой драйв в жизни. Как вы чувствуете себя по здоровью? Потому что многие вегетарианцы, между прочим, отказываются из-за того, что кто-то проходит пастеризацию, и они очень сильно переживают, что... Нет. Они просто не знают, как готовить свой сок. Просто они отсекают вокруг, да? Да, и сок, он действительно дает энергию. Знаете, многие приходят сюда за здоровьем, я сюда пришла за энергией, за стилем жизни. Как я уже потом поняла. И вообще я в своих выступлениях говорю о том, что, знаете, когда вы здоровье получите, вы должны понимать дальше, куда идти. Так вот, я пришла практически здоровой, может, какие-то нюансы, конечно, были, да, но я не знаю. Я поддержание здоровья. У меня младший сын, а он тоже вегетарианец, и, знаете, он, ему сейчас 13 лет, он не пил, у меня ни одной таблетки, не было ни одной прививки, да. Но мне нужно было чем-то его все равно защитить, давать набор аминокислот, давать вещества, которые необходимы для роста. И это стало для меня просто, понимаете, когда пришел сок, и мои какие-то беспокойства ушли на то, что я могу не додать себе. Вот. Я за это время, вот за пятый раз в Америке, да, я была в Хорватии, я была на Багамах, была в Таиланде. Я вижу, какое здесь общество, это здоровое, это радостные люди, да. Для меня это, конечно, сенситив, это другая планка жизни. Я стараюсь людям это донести. Понимаете, о питании мы уже должны были задуматься вчера, а вот о стиле жизни мы уже сегодня должны так жить. И это хороший пример компании. Это надежная, да, компания. И, знаете, это всегда с каждым разом все лучше. Это всегда еще больше убедительно. В моей команде очень много результатов по здоровью. Есть зависимость, да, к хорошей жизни. Это зависимость, это здоровая, нормальная зависимость, да. И постоянно здесь рост. Рост в первую очередь, конечно, над собой, да. Постоянно растем, мы постоянно совершенствуемся, скажем так. Мы совершенствуем, нет предела. Поэтому здесь здорово, да. Я люблю эту компанию, и я буду всегда это пить, потому что на сегодняшний момент я не увидела лучших продуктов, хотя стараюсь интересоваться. Знаете, на сути просто можно выпить, потому что это клеточное питание. Если клетка здорова и напитана, то больше ничего не надо. И от этого идет молодость. Я сейчас много слышу о том, что как я хорошо выгляжу. Мне 44 года, у меня 5, у меня старший сын 19 лет. Да. И вы знаете, за 4 с лишним года, да, я действительно заметила, что я молодой человек. И когда мне говорят, я раньше занималась йогой, да, вот даже так немного. А сейчас я говорю, у меня ленивая йога, то есть у меня время освобождается просто на середине. Вот. Мы занимаемся и танцами, мы с моей группой, да, много ездим, и у нас много путешествий. Мы сейчас поедем дальше. Мы наполняем себя вот новыми мнениями, новыми красками жизни, и передаем это своим людям. Благодарю вас очень.